Добрый день, меня зовут Елена Савельева, я из города Астана, Казахстан. Мне сейчас 58 лет. Много тренингов платных и бесплатных пыталась я пройти, но школа психотипирования – это именно тот тренинг, который я прошла до конца и вот завершаю третий модуль. От самого тренинга я получила огромное удовольствие и большую пользу он мне принес. Параллельно с этим тренингом прошла еще несколько тренингов Павла Колесова. И надеюсь, буду проходить еще его тренинги и дальше. Что могу сказать о школе психотипирования? Безусловно, третий модуль помог мне понять многое в себе и в других людях. Понять, что все мы имеем какие-то свои психологические травмы, какие-то непройденные кризисы, которые повлияли на то, как мы живем сейчас, на наше отношение к миру, на наши какие-то, на то, какие у нас имеются болевые точки, в чем у нас закидоны какие-то наши, которые другим людям могут быть непонятны. Сейчас вот зная нас, что каждый человек в течение всей своей жизни обязан каждый год как решить какую-то задачу, уже понимаешь, откуда у тебя это все взялось. То есть, где какая-то твоя задача осталась нерешенной. Думаю, что особенно этот модуль полезен тем, у кого есть маленькие дети или внуки. Потому что благодаря этому они могут более внимательно отнестись к тому, что происходит с их ребенком, понять, почему он как-то реагирует определенным образом на какие-то внешние события, понять, как ему можно помочь пройти кризисы, которые свойственны ему возрасту, и если они не пройдены, то чем это будет светить в будущем. То есть помочь ему безболезненно пройти через каждый год его жизни, усвоить какие-то определенные уроки и дальше с ними работать. Могу сказать только, что буду с нетерпением теперь ждать четвертый модуль, когда Павел подготовит для того, чтобы пройти и его. Желаю всем успехов!